перед закрытием театрального сезона в МХАТе имени Чехова премьера. Спектакль «Венецианский купец» по пьесе Шекспира. Герои говорят стихами XVI века, но эта постановка не историческая реконструкция, а современная драма. Это настолько острая пьеса по содержанию. Шекспира вообще очень трудно переводить, воспроизвести и ритмически, и фонетически. Мы очень долго работали над этим. Мы хотели, чтобы эти мотивации были сегодняшними, чтобы они были понятными. Каждый человек не знает ни себя до конца, и ничего не знает про другого человека, на что он способен и на что он не способен. Поэтому этот спектакль – это такой вопрос. Вопрос нас всех к себе. У пьесы богатая сценическая история. 120 лет назад здесь же, в Амхате, ее ставил Станиславский. В ролях были Всеволод Мейерхольд и Ольга Книпер. Нынешняя постановка завораживает красотой сценографии. Перед зрителями то старинная гравюра, то площадка наполняется туманом и дождем. Ты, когда работаешь с Шекспиром, ощущение, что ты разговариваешь через время со Вселенной, с космосом. Хотелось это ощущение поэзии, воздуха, чтобы это была, с одной стороны, атмосфера венецианских ночей, какой-то мороси в воздухе, влажности, где-то духоты. Спектакль идет на основной сцене МХАТа.